20 июня приемная комиссия Казанского федерального университета 2017 открыла свои двери для будущих студентов. Документы на поступление можно подать в электронной форме, отправить экспресс-почтой или же написать заявление, лично придя по адресу Кремлевская, 35. Еще не по всем предметам известны результаты ЕГЭ, но тем не менее приемная комиссия работает уже в активном режиме. Сейчас подают документы те, которые либо ранее получили аттестат, либо в прошлом году, либо те, которые учились в одном вузе, сейчас хотят перепоступить к нам. В этом году Казанский федеральный готов принять почти 14 тысяч студентов. Около 5 тысяч бюджетных мест, точнее 4980. А всего же на первый курс мы в этом году планируем принять 13 500 абитуриентов. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.